Северная Осетия готовится отпраздновать крещение Господне. Сегодня ночью в Георгиевском кафедральном соборе пройдет божественная литургия во главе с архиепископом Владикавказским и Аланским Леонидом. Затем во дворе собора совершится водоосвящение. После верующие отправятся к набережной Терека, где смогут погрузиться в специально подготовленные купели. Работа над их установкой уже ведется. Для участников будет организована полевая кухня с горячим чаем. Традиционное погружение в ледяные купели состоится и в монастырях республики. В Аланском Богоявленском, женском и Свято-Успенском мужском. Праздничное богослужение начнется в полночь 19 января. Проходят подготовительные работы к тому, чтобы установить здесь купели для двунадесятого праздника Крещения Господня. Надеюсь, что праздник удастся, и подготавливаем, чтобы все было как-то красиво, достойно. Желаю всем здравия, крепости, и чтобы Господь вот каждый наш праздник нас вдохновлял и укреплял. В связи с праздником с 9.00 18 января и до окончания праздничных мероприятий 19 января на улицах Владикавказа, прилегающих к храмам, церквям и набережной Терека, будет ограничено движение автотранспорта. Кроме того, в ночь с 18 на 19 января движение транспорта будет ограничено на дороге к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю в Куртатинском ущелье. На подъездах к храму подготовят места для парковки.